Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас на моем канале. Пришла к вам с очередной хвостушкой. Сегодня на закрытом уроке я делала фигурку Wednesday. Очень много было людей, которые ее хотели. И вот, наконец-то, она у нас на канале появилась. Фигурка довольно-таки большая. Где-то, если до самой руки, в районе она 24 сантиметров, если до 23 до прически, да, можно изменить положение рук. Все это я рассказываю, как сделать можно в уроке. Для лепки была использована мастика Top Decor, а также Model Past. Лицо все делается абсолютно вручную, то есть никаких молдов я не использую. Сейчас поближе я вам подвину ее, чтобы вы могли получше рассмотреть личика. Так, вот такая вот красавица у нас получилась. Все делаем сами. Вы тоже сможете обязательно создать такую красоту, если воспользуетесь данным уроком. Что для этого нужно? Напишите мне в любую соцсеть под видео, после чего я вам вышлю реквизиты для оплаты. После оплаты вы получаете ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать о том, что через какое-то время ваш урок будет неактивный. Нет, вы покупаете один раз, и пока существует YouTube, у вас существует доступ к вашему уроку. Ну что ж, надеюсь, что данная фигурка вам понравилась, что вы захотите приобрести данный урок и сделаете ее. Я уверена, что все получится так, как объясняю я очень подробно в этом уроке. Ну что ж, буду ждать ваших комментариев, буду ждать ваших лайков. На сегодня все. Всем пока-пока.